козырек-то заткнул. Его отец приехал в машину. Мой папа приехал. Надо идти в лагерь, прощай. Ну как там твоя вселенная? Все, побежали! Бегом! Давай. Ну все, подъезжайте к лагерю. Сейчас я приду. Я захожу. Потом будем. Вань, ну как? Здорово вообще. Пошли. А там под полком замочек у вас упал. А вот тебе два. Я давай, погнать. Пойдемте, ребята. Быстрее, Ваня, со всех так крикни, быстрее. Поближе. Господи, благослови, помилуй нас. Ты сохранил нас столько дней, хвала Тебе. Благослови приезжающих и отъезжающих. Твоя святая воля да будет нас исполнена. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, отъезжающие, начиная со старшего. Ваня, потом Ленин, это. Синафа старший. Ну, и пускай мальчики первые. 10 раз бьют колокол. Десять. Так, следующий. Любой колокол, большой, маленький, какой хочешь. Сразу вопрос. Вас кто-нибудь эти обидел? Что-нибудь взяли из этих, которые в лагере оставались, уехали и которые или нет? Нет. На кого-нибудь что-нибудь имеете? Нет. Так, ну а больше мне спрашивать о вас некому. Ну на вас никто не обижался, когда уезжали. Вам тут бояться меня уже не надо. Тут папа, папа, вот какие мускулы у него. Он у него сразу. Знаете, он помнит. Так что защита.
Понятно? Да. Ну, вы помните, о чем я говорил? Если коснется дела до езды, я абсолютно категорически они против. Не надо ничего. Приходили. Не надо, ты не в лагере. Ну, а они же не, приходили не, ко еще мне раз говорю, ничего не порти. Попытайся молчать или отойти. Нет, потому я что даю они наказ, хорошие. Опять, только зашла я. Надя, отойди вон туда в сторонку. Ну, хорошие же. Я дети. Говорю, отойди в сторонку к тем дверям. А потом будешь кричать, меня не выставляйте, я здесь. Зачем это нужно? У нас свой ритуал. Мы прощаемся. Каждый раз свою причину ищет. Так, уезжайте домой, помните, что было. Постарайтесь написать, что, как у вас, где было. Запомните это хорошо. О чем говорил относительно поездки, папе это потом все расскажете. Я очень сурово, строго говорил. А ты опять нас с этими старшелками распущены. Даже здесь это дело. Так, мы с мамой обо всем переговорили с вами. Потому я буду молиться об этом, чтобы ничего не, у вас этого не было. И папе скажите, ездить незачем. Будем дома, там где-то что-то помогать, помогайте. Понятно? Да. Давайте молимся. Господи Боже наш, слава Тебе. Благослови отъезжающих в путь Андрея и же с ним. И что дети слышали и видели доброе, да будет это в память им, а не доброе да предано забвению. Сохрани место сие, живущих здесь, и наших братьев-миссионерствующих благовестников Александра, Сергея, Валерия. Сохрани и возврати дары здравия им и животному, и исправность транспорту. Расположи к ним сердца людей, где они встречаются, и посеянное даст обильные плоды. Даруй мир Израилю, России и Украине. Умещи сердца враждующих, делающих пакости, наведи страх на них. Благослови патриарха, епископов, священников и даруй всем духовное рождение. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, можете ехать. Так, я маленечко оставьте здесь. Папа, извините. Так, Володя, отдельно оторви это.